родился в спортивной семье. У меня отец тренер по боевому самбо. Хабиб еще в классе 5-6 учился, когда Абдумалап его в зал привел. Маленький, смышленый, умный мальчик был, который интересовался всем, что ему попадалось. Он был очень трудолюбивый, да, вот именно в спорте, да, он не пропускал тренировки. Я даже себе позволял там проспать тренировку, там не выйти. А он сидел просто и рядом, короче, и будил меня, да, вот даже, пойдем на зарядку. Тренировочному процессу, потому что настроить на это абсолютно мне здесь проблем не было с тем. С тем у меня была проблема не торопиться. Все, что я выиграл, это отца заслуги. Он и в зале меня тренирует, и дома там чем-то поправляет, и все время придерживает мой тренировочный процесс, мои сборы, мое питание, мой сон. Я лично думал, что он какую-нибудь ученую степень получит, да, вот кандидат, доктор наук. Я и не думал, что Абдумалап его на UFC направит. Ну, честно сказать, я хотел, чтобы Хабиб боролся дзюдо. Ну, Хабиб, где бы он ни был, там, в вольной борьбе, боевой самбо, дзюдо, он все время говорил, я хочу выступать на UFC. Когда я увидел контракт, до утра не смог уснуть. Звонил своим друзьям. Вообще, я считаю, что это самый справедливый вид спорта, потому что назначают бой, ты готовишься, смотришь на соперника, определенный день ты уходишь с ним один на один в клетку, выясняете, кто из вас сильнее. С каждым боем он растет, он постоянно старается развиваться. Это для спортсмена это самое хорошее качество. Хабиб очень выносливый, физически здоровый парень. Вот. Да, я думаю, в этом виде спорта это самое, наверное, главное. Очень талантливый, думающий в бою. Да, это тоже очень важно для бойца. Ты находишься в десятке лучших бойцов мира, и тебе нужно доказывать то, что ты заслуживаешь такой рейтинг. И приходится каждый день трудиться в зале и работать над собой. Всегда я говорил, если у тебя что-то не болит, ты значит умер. Если даже перелом, в гипсе всегда тренировались. Знаете, он не изменился. Вот такой, какой он был, послушный такой, глаза смотрел, вопросы умел задавать, четкие такие, тонкие. Вот такой же Хабиб Нурмагомедов и последний. Все лучшие мои друзья, я всех нашел в зале. И вообще спорт воспитывает человека как личность. В спорте нету минусов, только плюсы.